будет делать, и ты так же. Да что там, просто пробежишься вперед и да, все. Да, смотри, как он будет делать, и тебе так же. Старайся бежать даже в воздухе, не садись раньше времени. Так, я ничего помогать вам не буду. Так как ты нам поможешь? Скорости другие. Только что подул ветер, опять успокоился. Ну да, я все здесь, если ты вот опять пойдешь. Боковой, не нужно боковой, не нужно. Это тише, перед хорошим потоком. Видео. Какая красота, ребята, а? Да, здорово. Видео на ютубе видел, парень с своим любимым псом по размеру пес, как Джек Рассел Терьер, а при Винсьюте, да. Пес этот в шоке, в очках. Я не знаю, может пес уже адреналиновый наркоман, я не знаю. Слушай, так он да, скакал как сумасшедший там после приземления. Но вначале, я думаю, ему было страшно, первые разы, как и хозяин. Да-да-да. Как любому живому организму. Да он тут покажет прямо вот наглядом, мы когда летим, просто так вот ноги вверх поднял, все понятно, что делать. Показал уже. Давай уже, бить. Это кратковременно подул, я успел только разложить его. Но фазы короткие. Вот. Ну, из-за того, что полностью кратковременно выходило. Daniel, very fast change, so be ready. Fast change, be ready. Я не знаю, что это такое.